E aí Давайте поприветствуем тех, кто с нами в онлайне сейчас, да, нашу виртуальную семью, глобальную аудиторию, да, нашу виртуальную церковь. Добро пожаловать, дорогие, на служение. Итак, сегодня вы знаете, я не буду ничего пасхального говорить, поверьте. Избавьте мою душу от традиционного кошмара. Я буду говорить то, что Бог мне полагает на сердце, окей? Okay? И я так скажу, что И сегодня я хотел поговорить просто поразмыслить с вами. Вы знаете, очень много учений есть, разных моментов, в которые мы вникаем, углубляемся. Но знаете, иногда приходят в мою жизнь моменты, где просто хочется поразмыслить, просто хочется спокойно подумать над некоторыми вещами. Ведь в суете жизни мы с вами иногда теряем смысл жизни. Вы знаете, в суете всего вот этого вещей, зачем мы гонимся, церковь? Чего нам вообще надо? Да, что ты имеешь в виду? Все надо. Лучше машина, лучше дом, лучше, больше бабла, красивее жиду, или та, которая исправить. Э, мужу лысину засеять. Что нам надо? я могу дальше продолжать, и <Grid> я сейчас в вас попаду. Что надо от жизни человеку, и что Богу нужно от человека? Интересные мысли, да? Хорошо, давайте подумаем. И знаете, тема сегодняшняя, так, размышление мое сегодняшнее над жизнью называется «Уроки жизни». Вы знаете, вы знаете, в суете ты не можешь... В суете мы иногда с вами пропускаем самое важное. В суете мы пропускаем самые главные уроки нашей жизни. В суете мы теряем смысл того, для чего мы были сотворены. Вы знаете, этот мир настолько загружен хламом и мусором, иногда ты даже разгружен хламом и мусором, но твоя голова нагружена хламом и мусором. Ты даже руками сейчас ничего не делаешь, но твоя голова так много делает сейчас. Остановите, Господи, мою голову. И вы знаете, вот это, все вот это натолкнуло меня на очень уникальные мысли, так, уроки жизни. Вы знаете, сейчас для меня на данный момент является, вы знаете, что является приоритетом? Приоритетом для меня является сейчас реальная жизнь говорят, а духовная а полет к звездам стоп 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 для чего мы сюда помещены с вами сюда Good. для чего мы с вами сюда помещены для чего мы с вами вообще ходим на эту на этой по этой земле что мы хотим достичь от нашей жизни вы знаете сейчас я больше всего жажду понять жизнь, изучить и по-настоящему вникнуть в ее суть. Жизнь. Дорогие, зачем Бог помещал нас на эту планету, чтобы потом заставить нас что-то изменить? Хм, интересно, Он без нас не справится. Вы знаете, зачем Богу нужно было создавать что-то, что нужно исправлять? А, хорошая мысль, да? А, вы знаете, о, это, это грехопадение. Стоп, стоп, стоп. Давайте сейчас забудем об этом. Послушай. Небесный Отец не просто так все создал, поместил нас именно вот сюда, в реальную жизнь. Вы знаете, создается впечатление, что большинство хотят все изменить, начиная от погоды, заканчивая тем, в каком помазании они хотят ходить. Вот все. Я на этой земле, для того, чтобы нервничать каждую секунду, потому что не все так, как я хочу. Нет, стоп. Все, все здесь. Вы сидите, да? Вы знаете, почему мы с вами не можем наслаждаться жизнью? Потому что всякий раз, когда ты сталкиваешься с каким-то элементом жизни, ты его хочешь изменить. Он не подходит под тебя. Тратя свои годы на то, чтобы войти в гармонию со всем, даже с не очень хорошими элементами и выучить уроки жизни, мы всю жизнь в раздражении, потому что погода ненавижу, дождь пошел вон, поехал в Флориду, крокодилы, жара кошмарная, шкура слазит. Так кто же ты, Господи? Так что тебе надо от жизни? И вы знаете, я заметил, чем больше проводишь время с людьми, там, знаете, иногда сидишь, там, общаешься, подготовка, там, скайп, люди, просто общение. Знаешь, самое интересное, что как будто вот у нас с вами где-то подсознательно вложено что-то, что все надо изменить. И я недоволен ничем. Если я что-то чем-то доволен, то это не удовольствие, это просто терплю. Я тебя терплю, тебя терплю. Я вас всех терплю. Я погоду терплю. Я еле себя терплю. Ты здесь. Дорогие мои, это, это, это не жизнь. Это, это, это ад, в который мы поместили себя. Вы знаете, читая Соломона. Я сначала думал, Соломон, ты вроде мудрый, мудрый, а, а пишешь такую глупость. Он написал, нет ничего лучшего, чем под солнцем, чем человек, который наслаждается делами рук своих. А, э, э, ты, че, че, Соломон, ты куда? Я тебя уже потерял. Мы же должны все изменить. Помазуха, сойди на меня так сильно, чтобы я все рванул здесь напрочь. И Аллилуйя помазал все кровью, 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 кровью. кровью. И люди смотрят, ну ты кто? Дорогие, вы знаете, что есть жизнь, в которой мы должны... Я понимаю, есть элементы, с которыми мы должны разобраться, но ты в теле. Ты здесь. У тебя есть детки, которым нужно твое тепло и внимание. У тебя есть жена-муж, которые без тебя не могут жить и хотят проводить с тобой время. У тебя есть рыба, которая хочет с тобой по пообщаться, которая плавает в аквариуме. И тоже ждет твоего внимания. Дорогие мои, у тебя есть дерево, у тебя есть деревья, у тебя есть трава, которую, ну, которой нужно внимание, у тебя есть деревья, которые должны, их нужно подрезать, за ними поухаживать. Дорогие мои, зачем? Бог, залей все бетоном, я хочу только с тобой быть. Забетонируй все напрочь, чтобы ничто не крало мое время от тебя. Господи, Боже. ты все здесь? Дорогие, я просто хочу привести... Вас немножко назад из вот этого такого полупрозрачного, еле-земли касающегося состояния. Я буду сегодня гостбастером. Аллилуйя. Ты здесь? Ты что-то берешь для себя? Все мы хотим изменить, когда что-то не получается, и наши мы расстроены. Почему большинство людей расстроены? С кем-то он расстроен, он расстроен своей работой, он расстроен своей машиной, он расстроен трафиком, в котором он зависает, он расстро... он всем расстроен. Он расстроен ценами на бензин. Да какая разница? Трафик, оберни это все в свой бонус. Используй это время для общения с Богом, да для чего угодно. Есть масса вещей, как можно провести свое время полезно в трафиках. Читать там нельзя, но слушать книги можно. Купи книги, которые чуть -чуть засунь сидишку, там книга уже записана. Да что угодно. Питайся. Нет, все должно быть, по-моему. Дорогие, но мы помещены в жизнь не для того, чтобы все исправить, а для того, чтобы научиться жить совсем вокруг нас в гармонии. В гармонии. Научись жить с нервными людьми в гармонии. Как только ты перестанешь нервничать, э, э, смотришь, нормально все, отношения появились. Вы знаете, всего лишь нужно одному вокруг себя перестать на все реагировать и перестать все исправлять. Вы знаете, как много бы сейчас исправилось семей, если бы они приняли друг друга такими, какие они есть. Вы даже не представляете, сколько бы я и моя жена избежали этих дебильнейших консультаций. А то делать это? А то уже делать это? Да пошел он, да пошла ты вы хотите все изменить? Хотим, но сначала я его изменю. А потом уже за меня поговорим. Не понял, что -то, -то, то Ты выходила за него замуж? Нам было товар проверять перед тем, как? Что за заморочки? Я не понял. Все, купили, все. Ресита нет, сдавать нельзя назад. Теперь гармонируй, сестра в Господе. Вы знаете, однажды в своей жизни я понял, что для Бога не так важно, что ты делаешь для Его Царства, как то, кем ты на самом деле являешься. Какое у тебя сердце? Именно над этим работает небо. Ты думаешь, небо работает, чтобы выработать из тебя помазание? Ты думаешь, Бог ждет дары, которые Он тебе же и дал? Какая одарованная церковь, Господь. Причем при здесь это? Ты думаешь, Бог требует от тебя помазания, которого помазанием, источником он и является? Ты думаешь, он требует от тебя сведения славы Бога с неба? Как будто Бог сам не может прийти к нам в гости, когда захочет. Дорогие мои, да что угодно. Что мы из себя сделали? Дорогие, я понимаю, мы должны стремиться, но оно должно приходить с возрастом. Оно приходит естественно. Я не выключаю всю жизнь и не убираю все из моей жизни, что мне не подходит, иначе я вообще в пустыне останусь на, бетонном, на бетонной плите, потому что мне, честно сказать, все не подходит. Некоторым настолько все не подходит, он даже сам себе не подходит, его даже его собственное тело ему не подходит. Говорит, Бог, ну ты за... Вот это ты скруап сделал здесь конкретный. Вот это точно залет. Ты глянь, что. Теперь то, что я хочу, я не могу сделать. Потому что Бог... Я хочу петь, а я не могу петь. Это ты виноват, Бог. Понял? Я хочу играть, я хочу рисовать. А у меня... Моя дочка ногами рисует красивее. Вы понимаете, иногда... Вы заметили, да? Мы все с вами... А ты можешь откопать, что у тебя есть, наслаждаться тем, кто ты есть. Успокойся. Господь, я всю жизнь мечтал жену модель, а у меня лицо как кирзовый сапог. Что теперь делать? Тебе не надо модель. Тебе нужен накрашенный кирзовый сапог. И будете жить счастливо. Два сапога, пара. Да наслаждайся жизнью, перестань заморачиваться. Господи, мне уже 18 с половиной, и я не замужем. <свят> да успокойся. Вы знаете, сколько бы у нас прямо сейчас ушло бесов, искушений, атак на мою жизнь, если бы я жизнь принял такой, как она есть. Вот как Бог меня создал, куда меня поместил, кто-то вокруг меня, Принимаю Иисус, спасибо, и ничего просить не буду. Научи меня гармонировать с тем миром, в котором я живу. Аминь. Аминь. Научи! Нет, мне нужно разбирать. тебя нужно звать Друзья мне не подходят, мне уже только помазанники тусоваться буду только со звездами. Я что же звезда? О, боже мой! Так и за звездеть не 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 долго. Смотри. Поэтому мой приоритет в том, чтобы сосредоточиться не на дарах и талантах, а на мотивах и на моем сердце. Причем здесь дары и таланты? Пастор, а когда последний раз у вас что-нибудь было такое? Пуф. Ты имеешь в виду, что шоу было? Дорогие мои, когда последний раз Бог работал над моим сердцем и достиг в нем что-то вечное? Когда Бог работал над нами настолько сильно, Бог может что хочешь делать, Он может и хромых, и слепых, и мертвых. Бог, я не встану, не выйду с этого дома, пока мертвые не начнут воскресать вокруг меня. Так, это, так что это сделает твоему сердцу? Ты похоронишь свое сердце тем, что ты хочешь. Бог, так это же для тебя. Бог говорит, для меня? Всемогущему что-то надо от тебя? Вот это меня всегда удивляет. Знаете, люди, Бог, если я не встану, Солнце не встанет. Я ходатай мир за мир, за глобус, Аллилуйя. Обнимаем глобус и провозглашаем пробуждение во всех странах. У тебя какой-то, знаете, у тебя какой-то комплекс Бога. Знаете, знаете, у меня есть одна тема. Знаете, как называется? Может когда-нибудь скажу. Называется комплекс полноценности. Не поняли, это возьмет минуту. Комплекс полноценности. Ладно, это, это отдельная тема, я в нее сейчас не буду. Может, когда-нибудь я зайду в эту тему. Нет, вы не поняли. Есть комплекс неполноценности. А у некоторых есть комплекс полноценности. Он настолько полноценный. Это серьезная мысль. Хорошо, но сегодня не об этом. Итак, мой приоритет сосредоточиться не на дарах и талантах. Младенцы всегда ищут дары, таланты, чудеса, знамения. Взрослый человек ищет Бога, сердце, мотивы, а все остальное, дары и таланты, чудотворение, движутся за ним. Я не толкаю дары, и потом появляюсь, говорю. Ха! Нет, сначала появляюсь я. И потом за сердцем, мотивами, за, за, за гармонией появляются дары и таланты, как последствие того, кто ты есть внутри. Потому что, когда ты что-то толкаешь впереди себя, это делает картину лживую насчет тебя. Но когда ты входишь, все уже познакомились с тобой и потом видят последствия твоего служения и любви к Богу. О, это глубокая мысль, над этим стоит задуматься. Смотри. Итак, ты кто? Тот, за кем идет, или тот, кто впереди толкает? Ага. Вы знаете, я, я учусь и в большинстве случаев уже научился принимать все, через что мне необходимо пройти. Я наслаждаюсь каждым периодом моей жизни, независимо от того, приятный он или нет. Я просто научился любить настоящую именно реальную жизнь без редакции, без редакции. Дорогие, наслаждайся зимой. Наслаждайся зимой. Нет. Этот человек, который все, он сосредоточен на лету. У него все, у него плавки лежат, у него шорты, маска, трубка, все, ласты. И он с дома не выходит. Осень не выходит, зиму не выходит, весну не выходит. Он вообще послал всю, весь земной шар и всю погоду. И он сосредоточен на одном сезоне жизни. Вот так иногда, это, кстати, духовный прообраз, иногда вот так мы сосредоточены на нашей жизни. И некоторые люди живут в кошмаре Например, три года, и потом маленький просвет, о, о, а, у, и, и потом, сдулся. А где крики? А где, безо... а где неоставимые ржачки? А -а -а -а! Господи! А где чудеса из нами? Почему мы тут не крутимся больше, как вчера? Потому что сезон поменялся, чудо ты мое. Ты здесь? Наслаждайся каждым сезоном жизни. Сейчас штиль. Сейчас время войти в гармонию. Потом опять следующая волна. Потом опять штиль. Вода оттягивает. И ты ходишь по пля, ты наслаждаешься каждым сезоном жизни. Дорогие, я понял секрет успеха благословенной счастливой жизни не в том, что я сосредоточен на чем-то одном, а в том, что я умею взять из любого сезона. Настала зима, я покупаю шапку и сапоги и наслаждаюсь зимой. Настали дожди, нормально, купил зонтик и продолжаешь наслаждаться жизнью и дышать свежим воздухом. Как, сколько людей сосредоточено сейчас на том, чего нет, а честно вам сказать, мы всегда в том, чего нет. Мы всегда находимся в том, чего на данный момент, вернее, мы, мы хотим что-то, чего нет. Мы постоянно в сезоне, где Бог... И иногда настают просветы. Во, вот когда-то было в моей жизни. В твоей жизни есть прямо сейчас что-то, ты просто его абсолютно игнорируешь. В твоей жизни прямо сейчас есть люди вокруг, которыми, с которыми нужно наслаждаться, потому что тебе на очень короткий период времени, и когда их не будет, ты будешь жалеть, что ты с ними не проводил время. Проводи с ними время. Проводи время с жизнью. Кто-то понимает, что такое жизнь? Можешь себе представить, у тебя и меня есть привилегия, у которого ни у кого нет. У тебя есть тело, и у тебя есть что-то, чего ты не можешь изменить. Нет, вы не поняли, мы живем с вами на земле, где очень много компонентов, а сфер, которые мы не можем изменить. Но у нас же самый комплекс, комплекс Бога. Нам с вами нужно все изменить во имя Иисуса Христа. Сколько я видел разо разочаровавшихся христиан, которые всегда трясли кулачонками и говорили, во имя Иисуса, во имя Иисуса, а там ни Иисуса, ни во имя, ничего. Я приказываю тебе болезнь, выйди, а Бог говорит, а я не хочу, чтобы болезнь вышла. Сейчас болезнь твой учитель на данный момент. Скоро ты меня будешь благодарить за вот эту болезнь, что именно там ты получил самые мощные уроки жизни. И болезнь это было не проклятием, тво... в твоей жизни болезнь, она тебя успокоила. И из-за болезни ты навел контакт со мной и со всеми вокруг. Дорогие, пожалуйста, давайте перестанем думать, что все хорошее это хорошее, и все плохое это плохое. Мы с вами даже не знаем, как очень часто хорошее служит к провалу, и очень негативные, больные вещи служат к его подъему и развитию. Oh. Нет, я хочу хорошее. Хочу жрать только мороженое. Знаете, как моя, моя дочка? Дочь, что ты хочешь есть? Пиццу и мороженое. Все, все. И говорю, у тебя желудок остановится за один день. Ты даже на горшок не сходишь. Плевать. Пиццу и мороженое. Вы знаете, и вот, и вот, знаете, пронаблюдав за моей дочерью, знаете, 5-6 лет, я заметил, что большинство христиан вот так. Папа, пробуждение! Запор от пробуждения будет. <связать> ты готов в пробуждении жить 20 лет? Ты готов двигаться в бессонных ночах, в молитвах сутками, на работу не ходить из-за того, что ты лежишь в славе? Ты готов к этому сутками, днями, годами? О, Господи, я так далеко не думал. Так включи мозг. Он для чего-то ждан, человек? Ты здесь? Наслаждайся сезонами. Ты сейчас находишься именно в том, что ты должен полюбить. Не выждать. О, Господи, скоро пронесет, пронесет, скоро все это. Пурга продует, и опять настанет славный день твой. Это мышление человека. Мороженое и пицца, Господь. Вот это сидят куча детей, то тут, в онлайне, там тысячи. мороженую и пиццу, пастор. Все остальное это перерывы между мороженой и пиццей. В которых мы или сидим в запоре, или ждем следующую дозу мороженого. Дорогие, эта это церковь в последних дней это смешно. Это реально. Потому что я знаю, о чем я говорю. Пробуждение и слава, чудеса и знамения, а все остальное лесом все остальное, лесом жену, лесом детей, лесом работу, лесом машину, лесом заправку, лесом так в кого ты превратишься через полгода, если ты будешь пицца и мороженое, пробуждение и слава, чудеса и знамения. Стоп, 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 стоп. Я не говорю о том, что это плохо, я говорю о том, что это вишенка на торте. Но ты должен научиться наслаждаться всеми компонентами. Ага. Какая не пасхальная тема сегодня? Вообще. Христос воскрес! Даже сейчас я говорю что-то, что некоторым не подходит. Смотри. Мы все помещены именно туда, где нам жизнь преподаст самые важные для нас уроки. Мы все выучим наши уроки легким путем или тяжелым. Дорогие мне говорят, ну почему я в этой ситуации? Потому что ты предпринял решение, которые привели тебя в эту ситуацию. И эта ситуация именно урок для тебя. Я не хочу там быть, ты будешь там. Почему он там не бывает? Почему этот человек не в той ситуации? Потому что это не его уроки, не его жизнь. Его жизнь туда не привела. Почему я в долгах? Почему я кризис почему я подгрозил, потому что ты предпринял некоторые решения, которые привели тебя в эти уроки. Почему я потеряла? Почему я сделала это? Почему? Потому что ты принял решение, которые привели тебя сюда. Ты принял решение, в которых ты сейчас находишься. Научись наслаждаться уроками и учителями. И в процессе ты научишься наслаждаться результатами, из которые а, придут из-за этих уроков. Мудрое сердце, смиренный характер. Смотри. С самого рождения мы помещаемся в процесс, чтобы найти и познать, открыть себя. Мудрые люди, дети Бога, все ситуации развернут себе во благо. Все. Любая ситуация. Даже какой-то тяжелый момент мудрый развернет в бонус. Любая ситуация, неважно, больно или смерть, чья-то или что угодно, дорогие мои, потому что нам нужно научиться смотреть на жизнь, как Бог на нее смотрит. Для нас смерть, наша физическая смерть это у -у -у, для Бога это переход. Для него это даже не, наживая, не называется смертью. Для него смерть называется озеро огня. Смерть вторая. Библия говорит, что смерть первая, она даже не котируется у Бога, как смерть. Поэтому Бог одному дал жить, другого забрал. Третьего вообще, тут еще не успел родиться, уже Бог его забрал к себе. Прям с чрева. Господи, как ты на это все смотришь? У Бога есть свои планы, в которые мурашек он не посвящает. Знаете, иногда я там кулачонками тряс Богу. Был момент, где я Господи, что это? А что это? А это что? Я вам уже говорил. Он говорит, возьми своего кота. Я взял своего голого кота, посадил. Он говорит, объясни ему высшую математику. Говорю, Бог, что ты имеешь в виду? Он говорит: вот именно я это имею в виду, когда я с тобой разговариваю. Есть вещи, которые твой мозг не вместе. Тут будешь смотреть. Говорит, кот, смотри на меня, он будет смотреть. Говорит, смотри, дважды два. Что? Это даже не выше, это дозы. Даже... Мяу! Он говорит, вот так ваши человеческие мозги, они даже не способны не то что понять. Знаешь, почему Бог часто тебе даже ничего не говорит? Потому что наш котячий мог не способен даже сплюсовать. Он даже не способен понять, что такое два. Он понимает, мяу и пф. У нас с вами инстинкты другие. Поэтому давайте успокоимся. Бог, а что это ты меня не поставил в известность? Да я даже не знаю, как тебя в известность поставить. При всем моем желании. Посади своего кота, объясни ему высшую математику, объясни ему синусы, косинусы. Такого не бывает. Вы понимаете, да, вот есть мозг, который воспринимает это, есть мозг, который даже не рассчитан на математику. Вот нас может, как на Бис Библия говорит, как пути Бога выше путей человеческих, так тебе, ты не способен понять, что Бог делает. Поэтому давайте так скажем, вдохнем, выдадим, скажем, Господь, спасибо за две руки, за две ноги, за два глаза, потому что многие этого не имеют. У некоторых при рождении эти опции не были включены. Thank thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Господи, он калека. Бог говорит, это ты калека. Он сейчас получает самые мощные уроки своей жизни. И когда он выйдет из этой жизни и пойдет в настоящую, будь, на небе будет калека ты, а не он. Дорогие, мы с вами жизнь не принимаем. Господи, а что это у него на мотоцикле ногу отрезала? Потому что если не отрезала ногу, скоро отрезала бы голову. Дорогие мои, вдохни, выдохни, успокойся, все в руках Бога. Он, он он контролирует жизнь, он управляет всеми элементами. Некоторые, Господи, у меня есть право выбора. Ну, ты же выбрал свои волосы, да, и цвет глаз выбрал тоже, да. Свой тип тела выбрал, да. И то, что ты жирнеешь, когда даже воду выпьешь, тоже выбрал, да. Я уверен, если б тебе дать некоторые опции выбрать, то ты бы навыбирал бы. О, держи меня. Скажи спасибо, что тебе два глаза дали. Серьезно, я вообще Бога благодарю вас за то, что есть. Ну и что, один дергается. Нормально? Да тут два. Да, да успокойтесь все своей жизни и исправлять, церковь. Успокойся. Вы такая жирная задница, что тебе делать? Ничего, больше штаны купить. С Пасхой всех, аллилуйя. Гля, это... вот этому углу стало легче уже. Я уверен, к концу проповеди всей церкви станет легче. Попустит. Да влюбись в себя. Скажи, вау. Бог, два, два уха слышат. Бог, это же вау. Боже последствия за совершенные нами поступки, слушай сюда, и есть уроки, не называя это глюками. Я падение было у брата. У брата было не падение, у брата было завершение урока. Он просто его начал где-то лет 10 назад и потом приплыл в эту ситуацию. У него просто был аминь сказан, завершение урока. Не надо трогать брата. Он выйдет из своего урока. Бог ему поможет последствия за совершенные нами поступки. Вы знаете, почему я стал счастливо жить? Да уже все мои глюки я оборачиваю в уроки. Я не называю это ошибкой, я говорю, урок. Я не называю это кошмар, я глядя, как интересно получилось. Понимаешь, какая радость? Перефразируй все. Которые содействуют детям Бога во благо. Детям Бога, Библия говорит, все содействует ко благу. Давайте посмотрим. Кремлянам 8.28. Давайте прочитаем. Смотрите, что пишет Павел Римлянам. Римлянам 8.28. И мы знаем, Бог действует с теми, кто любит Его. Опа. С теми, кого призвал Он во исполнение намерения своего. О. Им... Стоп. Он все обращает во благо. Знаете, что мне говорит это, это место из Писания? Он им все обращает во благо. Значит, у тебя и у меня будет столько всякой пип, что нужно об... Во благо повернуть. Не написано, у моих одно благо, одно, одна нутелла, шоколадное масло. Нет, написано, он им все обращает во благо. Это значит, у тебя столько хрени будет, которую нужно будет обратить. Добро пожаловать в христианство. А, да, знаете, христиане, это вот, с рождения свыше все это, это ромашки, это нутелла, это, это все это счастье, это наслаждение. И там где-то там ножку вывернул. О, о, о. А Бог говорит, стоп, стоп. У тебя будет иногда благо, а все остальное нужно обращать во благо. Читай Библию. Читай. Бог не говорит, что все обращается во благо, если там все благо. Я столько всего будет там чемоданами, Господи, это во благо обрати. Господи, его вот тот трак еще за мной едет, тоже то его, обрати во благо. То, все, все то, что в будке там забито. Я столько наделал чудес и знамений. Господи, обрати во благо. Ага. Oh yeah. ah, Христос воскрес. Ah, правильно отвечаете. Смотри. Если ты попал в определенную ситуацию, слушай внимательно, это значит, что тобой были сделаны шаги и приняты определенные решения, которые привели тебя в этот урок. Именно таким образом мы помещаемся в ситуации, через которую мы познаем себя и собственное сердце. А как бы ты познал еще себя, если бы не набрал кредитов, как Билл Гейтс? Но зарплата у тебя не как у Билл Гейтса. И вот тут и познаешь себя. Господи, налегли искушения на сердце мое. Нет, это просто пришли мужики, у которых ты бабки занял. Не называй их мужиками искушениями и атаками из ада. А когда ты телеку тут плазмовый 70 инчей тащил домой с улыбкой, ты не называл это искушением. Вот как раз вот то нужно было сказать, Господи, за нашу самое огромное искушение в мою жизнь. Нет, мы не называем плазму искушением, новую тачку искушением. Мы это называем благословением. Нет, 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 ты уже начал процесс. Все поняли, да? То есть уже запущена машина, она уже заведена, все. И выхлопные газы нюхать тебе. Сильно глубок? Нормально. Да? Я могу смягчить. Аллилуйя. Прямо сейчас, слушай сюда, прямо сейчас мы все, я имею в виду все, находимся в уроках жизни, Некоторые их игнорируют, некоторые идут против них, атакуя и молясь против них, а некоторые извлекают золото и жемчуг и переходят от силы в силу. Все мы, все, все! Я, ты, операторы за камерами, все, кто смотрит нас там через камеры. Все мы сейчас в уроках, все. Скажите, повторите такую фразу за мной. Не всегда, так будет. Это значит, все, что у тебя было плохое, не всегда так будет. Все, что у тебя было хорошее, не всегда так будет. Поэтому все правильно. Поэтому расслабься. Не всегда так будет. Когда бы ты эту фразу не произнес, она всегда вовремя. Господи, я хочу, чтобы всегда так было. Извини. Такого не бывает. Смотри. Каждый момент, приятный или нет, в который мы попадаем, строит или разрушает нас в зависимости от того, в каком состоянии наше сердце. Если ты его дитё, рожденный свыше, если ты, то эти моменты они будут созидать тебя. Если ты противишься Богу, идешь против Него, каждый момент будет разрушать тебя и оттягивать, и, я так скажу, разрушать отношения между всеми и Богом. Каждый момент он или созидает тебя, делает твое сердце мягче, смиреннее, и приводите в состояние гармонии, и ты потом учишься жить, не учишься все исправлять как дете, а учишься жить и понимать мудрость, знать то, что все в жизни исправить невозможно, и мудрость укажет, что если исправить все невозможно, а честно исправить почти ничего невозможно, окей? Okay? То значит нужно научиться жить счастливо и гармонировать с тем, что вокруг тебя. Таким образом я не меняю все вокруг, я меняю один элемент меня и все остальное вокруг становится идеальным. Ну нет. Я хочу пиццу и мороженое. А я буду в проломе стоять. Пастор, ты в заблуждении. Господи, пиццу и мороженое, пиццу и мороженое. М -м, будь очень осторожен с пиццей и мороженым. Смотри, я заметил одно, что глупцы да, стремятся к жизни, в которой все идеально и нет проблем. Здесь есть кто стремится к идеальной жизни? Нету. Слава богу. Слава богу. Отлегло. <с dunno> У нас одна мудрость находится в зале. Сплошная, сплошная безошибочность. Я я понимаю. Вы же transformation центр. емки палки. Здесь ошибок нет. Вы знаете, мы все. Вы знаете, мы все пытаемся идеализировать. А идеализировать ничего невозможно. Можете себе представить, в твоей головке, вот там вот все, в твоей головушке мудрейшей, все вот идеально. Только проблема в том, что, чтобы все было идеально, твои мозги должны быть у всех. А с тобой рядом стоит твоя жена, которая уже не синхронизируется с тобой. Да, да мы, я вам честно скажу, я, я научился жить в мире. Вот, например, мы недавно покупали мебель жену. Я говорю, Библия будет такая, и будет такая, и будет вот это, и будет вот это. Жена посмотрела на все это. Говорит, нет, не будет. Я говорю, будет. Она говорит, нет, будет вот такая, вот такая, и вот такая. И у меня было два выбора. Войти в гармонию. Или сказать. И потом включилась мудрость. И мудрость начала со мной разговаривать. Он говорит, представь, сейчас. И говорит, жена хочет вот другую мебель, чем ты. И радикально другую. Реально. Я хочу такое все. И все нормальное, функционирующее, красивое, нормально, не надо понтоваться. И мудрость включилась, и она мне говорит. Она говорит, купишь ты свои распонтованные диваны. Будешь на них сидеть, как царь. И говорит, «Тебе на них будет отвратительно сидеть, потому что ты разрушил из-за дивана отношения с женой. Ну не то, что твоя задница будет на них сидеть. Отношения разрушены». Вы знаете, что? Я принял решение войти в гармонию с женой. Вы знаете, мы сейчас сидим на этих диванах, которые она хочет. Я скажу, «Мир в доме». И я, знаете, я смотрю, я уже полюбил диваны. Абсолютно классные диваны. И абсолютно полюбил то, что она сказала через мой труп. <риск> она... Я даже полюбил ту мебель, которой нет в доме. Ладно, это уже глубоко. Ну что, с ней мебель не пришла, ми мир остался. Не будет, по-моему. Ты идиот. Успокойся. Пусть вот тот дом то отдай жене, и пусть она радуется, и мир. Как у американцев пословица есть «happy wife, happy life». I don't know. Оно, как-то подходит. Нет, ну, у меня такой включился, мужик во мне тоже такой включился, он говорит, а что это она должна все выбирать? А я ему говорю мужику назад, говорю, сейчас мы с тобой выберем. Говорю, мы с тобой на этих диванах сидеть и будем. И смотрю, мужик во мне замолчал. Он сказал, у тебя, у тебя есть аргумент. Все. И у нас в доме гармония. Честно, какая разница? Через год ты даже не будешь обращать внимания, что ты купил там. Какая разница? Дальше. Тем более мужик, у него все детали. У него нет Вернее, не детали, у него все логически. Вот купил все, да? А у женщины все детали, 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 детали. Ей, ей не нравится. Я говорю, что тебе это в Он Там вот эта вот вырезка вот такая вот. А самое интересное, я их не вижу, я как, как слепой. И я понял одно, что какую бы я вырезку не взял, я ее все равно не вижу. Кто вообще сказал, или кто пообещал, что жизнь, что жизнь дитя Бога будет устелена цветами, шоколадом и удовольствием? Кто пообещал? Кто где вообще написано? Почему мы стремимся к чему-то, чего даже в Библии нет? Дорогие, жизнь именно поэтому прекрасна. Смотри, почему жизнь прекрасна? Потому что она непредсказуема, и ей абсолютно не, невозможно управлять, и она не поддается человеческой манипуляции. Мне вот нравится, вот что как бы ты машину не вымер и не отбафовал, и завтра будет дождь как бы ты ни приготовился идти на рыбалку, <yelled> а <Дарья> там снег выпал и замерзло это все. Wert, это с говорит, я тебя учу, учу принимать жизнь, любить жизнь. Это повелитель морей. Господи, пусть не будет, пусть не будет до льда. Тогда уже иди дальше, повелитель ты мой. Скажи, пусть рыба будет жареная уже во рту. Ну, ну, а где мое повеление оканчивается? Естественно, если уже силу проси. Да проси уже силу, что то просишь, там, здесь прорубь. Скажи, лесом удочки, летом все, Тра... Рыба, сама жарся и жуйся. <рис�ки> в туалет я сам скажу. <рис�ки> ну, что? Вот мы с вами так и жить хотим. Ты даже реально жить, Господи. А Бог так смотрит, слушай, а где, твое, а где твоя сила о повелитель закончится? Повелитель Степан. Смотри. Мы всегда попадаем именно в те ситуации, которые необходимо пройти именно нам. Ты находишься в ситуациях, и ты говоришь, Господи, а почему я в этом дерьме, а не они. Потому что только ты из дерьма извлечешь урок. Господи, почему я вступил? Вот почему мы шли. Вот один раз в парке идем. Ну, 15 друзей идем. И один я на мине подорвался. Я говорю, господи! Ну да ну уже ну, в говне-то все! Они стоят и ржут с меня этого! Они говорят, так, эту обувь в машину не заноси. Настоящая история. Я уверен, ты на минах тоже подрывался. Алло. Я говорю, ну почему я? Он говорит, ну потому что тебе нужно было. Я смотрел, ты в стрессе, тебе нужно было смирить. <свят> Бог смотрит: ох, свеженькая лежит. Сейчас проверим сердце моего сына. <свят> 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 Завис. Мы попадаем именно в те ситуации, которые нам необходимо пройти. Мы приобретаем качество, которое необходимо именно нам. Иосиф тоже может, мог сидеть в яме и говорить, «Господи, ну почему я в этой яме? Почему не они?» Он говорит, «Да потому что только ты должен быть в этой яме, никто другой, только ты. Потому что ты будешь там, где они не будут. Потому что я веду тебя, я хочу, чтобы ты сейчас гармонировал с ямой. В гармонию с ямой вошел? Нет, сиди». Как только Иосиф вошел в гармонию с ямой, его не убили Его продали. Его всего лишь продали. Ха -ха. И за это можно прославить Бога. Господи, спасибо, меня не убили, меня продали. Если бы мы с вами научились славить Бога за то, что мы имеем. Потому что всегда могло быть хуже. Выкинь своей головы, что могло быть лучше. Забудь. Вставь свою голову, что могло быть хуже. И всегда будет возможность прославить Иисуса. Потом раз продали в дом Патифара. Знаете, что сделал Иосиф? Он не сказал, да пошли вы все, сами работайте. Он настолько стал гармонировать Своей со своим полем, будучи рабом, что они глянули на него и сделали его одним из самых главных начальников в том доме. Потом он попал в тюрьму. Он начал гармонировать со своей тюрьмой. Настолько догармонировался, что его потом попал в дом фараона. И там вошел в гармонию. Умеешь ли ты входить во всех сезонах в гармонию с тем местом, в которое Бог ставит тебя? Нет, я жду. Не дождешься. В яме будешь до пришествия. Потому что качество сердца не выработал. Потому что не умеешь благодарить, не умеешь наслаждаться ямой. Не умеешь благодарить за львиный ров. Не умеешь благодарить за печь, не умеешь благодарить за боль, не умеешь благодарить ни за что. Умеем просто вспоминать, как, как у них хорошо и как у меня все плохо. Ну, забудь за них, скажи Господь, как у них ужасно. У меня по сравнению с ними лучше. Аллилуйя. Thank you, Jesus. Amen. Поэтому не надо говорить, гляньте. Даниил попал в Винеро именно по той причине, потому что Бог хотел проверить его верность сердца, так что чтобы все могли увидеть Бога Даниила. Я заметил один очень отвратительный момент, очень неприятный. Большинство живут или в прошлом, или в полной иллюзии будущем. Они теряют, слушайте, они теряют сегодня и сейчас, сегодня и сейчас. Если ты не научился жить сегодня и сейчас, большинство людей сейчас на Земле не существует. Из 7 миллиардов людей, которые должны быть на Земле, может, существует 1 миллиард. Все остальные или в прошлом, или в иллюзии в будущем. Они не живут. Все, что они делают, они, это у них перерыв между пиццей и мороженым. В полном иллюзии будущем. Теряют сегодня, теряют сейчас, теряют отношения с теми, кто рядом упускают самые прекрасные моменты, меняя на несуществующий мираж будущего. Или воспоминания о каком-то прошлом, которое прошло. Полюби свою жизнь именно такой, какой она есть сейчас. Войди в мир гармонию со всеми компонентами своей, именно своей жизни. Перестань смотреть через забор к соседу. Прославь Бога именно за то, что ты имеешь. За то, что ты имеешь. Вы, просто вопрос. Вы думаете, что мы помещены на землю, чтобы что-то сделать для Бога? Некоторые люди говорят, я должен что-то сделать. Кстати, мы сейчас дойдем для того, чтобы сделать. Почему мы делаем? Но ну, вы думаете, это главная миссия нас делать, главная миссия полюбить и послушаться. И я делаю, иначе иллюзия может создаться, ты же для Господа делаешь это качество вытекающее, это второстепенное. И я делаю, потому что это вытекло из отношений и любви к Нему. Но того, кто не имеет отношения и любви к нему, может показаться мой видимый фрагмент самым главным. Мое служение, твоя молитва, твое пение может показаться самым главным. Хотя это вытекает из отношений и любви к Богу. И я это делаю только потому, что он сказал, если бы он это мне не сказал, Боже мой, вы думаете, я бы тут был? Он говорит, а мы? Ну, вы бы тоже где-то были в другом месте. Но из-за того, что он сказал, сын, из этих отношений вытекло. Вы знаете, кстати, не хочу забегать вперед, сейчас будет очень интересный момент. Итак, вы думаете, мы помещены сюда, чтобы что-то сделать для Бога? Вы думаете, всемогущий, всезнающий в чем-то нуждается? Вы думаете, что он нуждается в вашем таланте или даре, который он вам же и дал? Вот это меня всегда, эту требу, знаете, всегда удивляло. Господи, Талант пропадает, а Бог говорит, а откуда он вышел? Господи, для тебя же, он говорит, ты не понялся? для меня твой талант. Запомните, делать что-то для Бога не является целью. Слушай сюда, нашей целью является научиться абсолютному послушанию Бога и его воли. Делание вытекает из послушания. Во-первых, ты послушный, ты влюблен в него, ты слушаешься. Ну, я хочу делать. Зачем? Если у тебя делание стоит перед любовью и послушанием, значит, у тебя 100% нечистый мотив. Не поняли? Я еще раз скажу. Я еще раз скажу. Поняли, да? Итак, если у тебя желание делать стоит перед любовью и послушанием, а вдруг любовь и послушание, да, не требует от тебя делать на данный момент ничего. Как же это? А мой пастор Харизмат сказал делать надо всем. Все. А, 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 а любовь, да, общение с Богом, Бог говорит, нет, нет, для тебя сейчас сезон отдыха, отдыхай. Смотри. Итак, Богом не является делать что-то целью. Нашей целью является научиться абсолютному послушанию любого воли Бога, которая вытекает из любви. Смотри, меня всегда приятно веселят те, кому кажется, что он является восьмым чудом света. Он является ответом на нужды всего человечества. Аллилуйя. Что он просто бонус для людей на земле. Вот это вот веселит. Вы знаете, на земле нам необходимо познать, кто мы и что находится в нас. Я здесь, чтобы познать его, дизайнера, и познать себя, дизайн. Вот оно. Итак, что нужно Богу? Я сейчас хочу объяснить самый, один из самых непони, я так скажу, непонятных моментов в теле Христа. Это закон и благодать. Хотите слышать? Итак, закон... Вы знаете, что большинство христиан сейчас живут под законом? Не делай, не смотри, не блуди, не, не... не кради, не... Я говорю, нельзя, нельзя. Большинство людей находится под законом, не понимая вообще сути благодати. Сейчас слушайте меня очень внимательно, сейчас будет завершение этой темы, самый главный пойнт, который я хочу сказать. Итак, что значит закон и благодать? Закон... Это то, что требует от тебя сделать что-то, чтобы не умереть жить, так? Смотри сюда. Итак. Благодать дается человеку. Нет, второй момент, да? Вот сейчас объясню два фрагмента и пойдем, пойдем в благодать. Итак, первый момент закон, который требует. И верующим намного легче жить под законом, потому что знают, что делать. Согрешил, сдохнешь, каюсь, грешу, каюсь, грешу, падаю, встаю, знаю, что надо каяться, жертвы приносить Господу, и, в общем, я не чист, не чист, не чист. Под благодатью жить – это опасная территория. Потому что где благодать начинается, а где она заканчивается? Сколько лимит к греху? А, а, под благодатью? И первая мысль у идиотов – «Так что это теперь, грешить можно?» Сиди, я открою сам первая мысль у идиотов, благодать, гуляй, О загуляйся. -о -о! Не понимая, что вообще такое благодать, на чем благодать основывается. Вы хотите знать? Yeah. Слушай сюда. Вспомните тот момент, где вы без ума влюбились в своего партнера. В своего мужа, жену. Вот. Вспомните тот момент. Скажи мне. Кстати, благодать, благодать дается, чтобы... Вы знаете, что через любовь, через любовь к Богу, через благодать, я достигаю то же самое, что я бы достиг через закон. Но через закон невозможно это достигнуть, потому что там нет любви и там давление. Слушайте внимательно, вы можете меня сейчас потерять. Но я вас найду, не переживайте. Откопаю и назад все объясню. Поэтому если сейчас некоторых потерял, не, не, не переживайте, вы ненадолго не, не потерялись. Итак, закон. Итак, через любовь. Благода... Некоторые хватают благодать, не поняв, что благодать основывается на любви. Первая заповедь. Тот, кто... Вы, мои ученики, когда исполните... Если возлюбите меня и исполните волю мою, так как я возлюбил отца и исполнил волю его. То есть делание вытекает из любви. Слушай сюда. Смотри. Итак. Итак, объясняю такую глыбу, которую невозможно понять. Благодать основывается на любви. Вспомни самые близкие отношения. Скажи мне, блудить грех? Заниматься сексом вне абсолютный грех, мы понимаем. Красть – грех, грех. Врать – грех, грех. Делать какие-то зло а в сторону человека – грех, так? Все это можно сейчас суммировать, все это вот в 10 заповедей, это на котором основан закон. В сумме, когда ты влюбился. Любовь, слушай сюда, настолько овладела тобой, что ты, когда ты с этим человеком находишься, скажи мне, ты блудить хочешь? Ты врать хочешь? Дорогие мои, ты пройдешься по всей десяти заповедях. Слушай сюда, любовь абсолютно делает кенсел. Вот почему те, кто полюбили, слушай сюда, исполнили весь закон. Вот почему Библия говорит, что, слушайте сюда, я хочу сейчас объяснить это все. Потому что это очень тонко, и многие люди в этом не могут разобраться. И некоторые говорят, некоторым, некоторые попадают к Богу, рождаются свыше, попадают под благодать, начинают еще хуже в грех залазить, и потом возвращаются в закон, и по закону им легче жить. Запрещено, нельзя, не смотри. Все. И вот он на машине едет. А Бог говорит, дети вы не поняли. Корень всего, всего, всего на этой земле ⁇ любовь. Смысл всего, что надо познать ⁇ любовь. Все, что меня, я никогда не совершу преступление против того, кого я люблю. Значит, благодать основывается на любви. И если я влюблен в моего Бога, то я не то, что буду, и я не хочу грешить. Моя любовь к Нему, это есть, и я попадаю в благодать. И Бог говорит, сын, когда ты влюбишься в меня, ты не захочешь, ты мгновенно исполнишь весь закон и больше. Ты, ты здесь? Объясняю, ты, ты не потерялся, нет? Итак, объяснение закон и благодать. Слушай, все, и я имею в виду все, должно основываться на любви. Когда ты любишь свою жену, разве ты удерживаешь себя от греха? Разве ты удерживаешь... Дорогие некоторые, я не говорю сейчас о тех отношениях, где все завяло. Все это, знаете? Завяли помидоры, все разбежалось, и там мы просто партнеры друг друга. Я не говорю об этой любви. Я говорю о настоящей любви. Я говорю, Бог говорит, первая любовь, вспомни, откуда ты упал, вернись к первой любви. Вот эта первая любовь к Богу, это абсолютная, я так скажу, знаете, эйфория, в которую попадает дух человека. И ты вот в этом состоянии, ты исполнил весь закон. Потому что в любви невозможно грешить. В любви не хочется грешить. В любви я ненавижу грех. И я никогда не сделаю больно того, кого я люблю и в кого я влюблен без ума вот почему Библия от самого начала до конца говорит вот почему закон был дан чтобы дать нам понять что невозможно его исполнить без любви и когда Бог пришел на эту землю Он сказал дети я не пришел нарушить закон я пришел показать вам как его теперь можно исполнить И когда я влюбляюсь в моего Бога все исполнено Я не могу грешить Я не хочу грешить Смотри. Я не держу себя, чтобы согрешить против. Него. Нет, ты любишь, и именно поэтому ты не будешь этого делать. Из любви вытекает послушание. Слушай, сюда. И может показаться со стороны, что я что-то делаю для Бога. Если ты не знаешь в моих, моих отношениях и моей безумнейшей, ненормальнейшей, все поглощающей любви к Нему, я могу показаться человеком, который много делает для Бога. И я могу показать иллюзию, что это есть приоритет. Нет, моя любовь приоритет, из которой вытекает послушание, а потом вытекает мое действие. Все понимают? Послушай, я заканчиваю. Итак, из любви вытекает послушание. И может показаться, что это и есть цель. Но это не то. Я слушаю именно потому, что я влюблен в моего Бога. Другими словами, закон говорит, ты должен, если не сделаешь, ты умрешь. То есть закон заставляет тебя делать, хочешь ты того или нет. Все понимают? Закон заставляет. Человеческая натура никогда не будет делать то, что его заставляют. Человеческая натура будет делать то, что она хочет. Как Богу заставить тебя исполнить закон. Возлюби Бога. Всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. Вот как. Другими словами, Бог помещает в тебя чувство. Чувство любви к Нему. Рождение свыше. И теперь написано, тот, кто рожден, тот ты исполнил, кто то полю исполнил закон. Он говорит, подошли фарисеи и говорят, какая самая наибольшая заповедь. То есть они к своему тоне, своему самосвалу законов еще хотели один у Иисуса спросить. Иисус говорит, возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Говорит, в этом весь закон и все пророки. Но, дорогие мои, мы пропускаем. Некоторые люди не понимают, что именно в любви. Не в подделке, не в привязанности к Богу. Некоторые не любят Бога, они привязаны к Нему. Некоторые боятся Бога. Вот почему большинство христианства не, как я скажу, как я скажу, живет в грехе. Оно не наслаждается жизнью. И другими словами, слушай сюда, не я победил грех, слушай, секрет, любовь победила грех во мне. Вы здесь? Я хочу раз и навсегда объяснить вот эти два абсолютно непонятных топика, и христианство в них просто теряется. Там кто-то в субботничество, адвентисты седьмого дня. Боже мой! Мы с вами с ума сходим, не понимая одного элемента. Любовь. И теперь я не могу сказать, Иисус, я победил грех. Иисус сказал, а кто в тебе живет и кто любит тебя и кого ты любишь? Другими словами, грех побежден во мне через любовь к нему. И когда моя любовь к нему возрастает, теперь я не только грешу против, не грешу против него, теперь моя любовь распространяется на ближних, теперь я и против ближнего не сделаю ничего плохого. Другими словами, именно в любви, в ненормальной, сумасшедшей любви к Богу, всепоглощающей вот этой первой любви, вот этой самой свежей любви, заключается вся победа. Заключается победа над всем грехом. Ты исполнил закон, когда ты влюбился. Вот почему Бог говорил фарисеям, вы не знаете, вы почему не было контакта невозможно. Все вот эти, все это субботничество адвентисты, все, кто пытаются на законе строиться, все это иудаизм, это такой маразм. Это Бог всего лишь показал нам, как это невозможно достигнуть без любви. Но человек упертый, он пробует. Он пробует. Послушай. Итак, закон говорит, ты должен, должен. Если закон заставляет тебя делать, хочешь ты или нет. Но любовь, слушай сюда, смотри, что любовь делает. Любовь захватывает тебя в плен своей страстью настолько сильно, что все, что закон требовал, слушай сюда, теперь из-за любви я хочу делать. И не то, что хочу, я не могу это не делать. Любовь, она порабощает. Ровно как, дорогие, вы знаете что? Чтобы победить грех, должно быть какая-то тяга, сильнее, чем грех. Все понимают? В нас с самого рождения вложена тяга к греху. Ты еще не знаешь. Малое не умеет болтать, а уже врет. Ты сделал. О -о -о. Ты говорить еще не умеешь. Откуда врать научился? Оно там. Дорогие мои, сила греха побеждается силой любви на кресте. А вот теперь Христос воскрес. А вот теперь Христос воскрес. Не надо мне забивать голову пургой. Я знаю, когда Он воскрес. И для чего Он воскрес в моей и твоей жизни. Слушай сюда, я еще не закончил. Итак, сейчас мы закругляем всю эту тему. Ты взял что-то для себя сегодня? Дорогие, я умоляю вас, больше всего. Теперь для вас, теперь для некоторых понятнее слова стали возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и разумением. Бог говорит, сынок, возлюби, ты в этом секрет всего. Поэтому моя молитва, Бог к тебе, сделай, захвати меня еще больше, еще больше, увлеки меня, покрой меня, пусть меня пожрет любовь неба. Потому что в этом все, в этом победа над всем, в этом смирение, сила, помазание, служение, все. И Бога зовут как? Бог есть? Любовь. У -у -у. Это тоже глубоко. Смотри. Итак. Но любовь, еще раз скажу, захватывает тебя в плен. И любовь чувство, когда оно настоящее, она, любовь это чувство настолько сильнее, оно, оно сильнее греха. Все понимают? Любовь я знаю людей, которые были монстрами, реально монстрами, отвратительными людьми. Вы заметили, как человек меняется, когда он влюбляется? Все заметили? Смотришь, здесь матерился тут такой здравствуйте. А ты кто, Сережа? Вчера тут матюк на матюке, ты даже русских слов я, я все, все матерщиной склонял матюки только и все. Я во дворе вырос, я знаю, о чем я говорю. Некоторые люди специально, у нас пацаны специально договаривались с ребятами, чтобы целыми днями разговаривать на матерщине, и те, кто вставляли русское слово, их наказывали. И они настолько научились изгибать матюками, склонять их, что я был шокирован. Шедевры были. И здесь я смотрю, этот Сережа, мой друг, на русском заговорил. Глазки засверкали. Смотришь, с цветочком пришел, с тюльпанчиком. Там Таня с какого-то подъезда пошел. Смотришь, оделся по-человечески. Я говорю, слушай, что это за сила? что могла из этого монстра преобразить. Вы понимаете, что такое победа? Победа над всем грехом. Это сплошная всепожирающая любовь к Богу. Эта любовь, она меня настолько трансформировала. Знаете, почему я это говорю? Потому что я знаю, о чем я говорю. Почему ты это можешь понять? Потому что перед тобой стоит человек, который прожил это через себя. И поэтому я я могу тебе это откровение подарить. Не просто из сухости где-то в и кинуть. Я хочу тебе подарить это откровение. И если сейчас это откровение вот отсюда опустится вот, вот сюда, ты будешь сейчас искать, никак больше не грешить против Бога. Забудет этот маразм, а как влюбиться в Него больше. Ты забудешь, Господи, я сегодня Библию не читал, причем здесь Библия к любви, к Богу. Да все мои действия вытекают из любви, поэтому и все на первом месте любовь. На первом месте он, он и только он. И больше я ничего не хочу видеть. И когда на первом месте он, я влюбляюсь в него. Знаешь что? Я влюбляюсь в тебя. Я влюбляюсь в его творение. И я хочу теперь служить детям Бога и моей семье. Не потому, что это надо, а потому, что я хочу. Он хочет. Через любовь я хочу. Вы знаете, когда мы влюбляемся, скажите мне, когда тебя любимый человек попросит что-то сделать? О, ты не просто бежишь. Ты в два раза больше делаешь, чем любимый попросит. Жена попросила купить ей там косметичку. Бог мой, там целый самосвал косметичек приехал. Я знаю, о чем я говорю. Дорогие мои, почему? Потому что вы, вы чувствуете, как все вытекает из любви церкви? Почему я хочу задержаться на моем пути? Потому что это есть самый главный момент в этой проповеди вот сейчас. Жизнь, что такое жизнь? Вот мы пришли к с вами к самому главному кульминации жизни. Жизнь – это когда ты полюбил его. Все вокруг входит в гармонию. Теперь я хочу молиться. Если ты заставляешь себя молиться, больше в жизни не заставляй. Это не молитва, это позорище. Это позорище. Никто не заставляет себя, слушай, поцелуй жену. Нет, не поцелуй, поцелуй. Так, слушай, ну пора поцеловать. Ты уже, блин, неделю не целовался. Господи, и ты стоишь перед этой дверью в спальне, уже поцеловать, не поцеловать. Поцелов... А ладно, завтра поцелую. Скажите мне, это любовь, это отношения? Это маразм и позор? Вы думаете, женщине за той дверью, твоей жене, приятно наблюдать за этой картиной? Нет, это ужас. Ты потерял любовь. И поэтому твоя цель сейчас не целоваться, а вернуть любовь, в которой будет и поцелуй, и счастье, и жизнь, и подарки, и радость. Все со мной? Окей. Okay. Так, пора закончить. Итак, секрет заключается в том, чтобы до конца нашей жизни сохранить любовь. Не сохранить безгрешность. Безгрешности без любви не бывают. Знаете, как можно узнать, когда я попадаю в проблему? Когда у меня начинаются проблемы? Это тот момент, когда я любовь. Когда я не люблю, когда отношения с ним потеряны. Вот здесь сразу что начинается? Раковая опухоль начинает размножаться. Вот почему люди говорят, что... Знаете, что такое? Знаете, что такое? Некоторые люди говорят, что... Не то, что говорят, это библейский принцип, то я на кресте. И когда я схожу с креста, да? опять меня начинает пожирать то же самое. Так вот, быть на кресте, это быть сораспятым вместе с Христом. Это полюбить его настолько, чтобы быть в одном положении вместе вместе с ним. И теперь с этого момента меня невозможно вырвать и невозможно победить. Итак, вот почему закон, слушай сюда, был заменен на благодать, на любовь. И в любви есть исполнение всего закона. Только влюбившийся в безума в Бога, ты исполнишь весь закон. Для меня самые сложные, самые важные, извиняюсь, компоненты – это любовь и послушание. И Иисус сказал ученикам, если вы любите меня, то исполните волю мою, как и я возлюбил моего отца и исполнил волю его. Возлюби Бога всем сердцем, всем разумением и всей крепостью своей, и возлюби своего ближнего, как самого себя. Аминь. Давайте мы встанем. Воздай, слава Богу. Я думаю, в этот прекрасный праздник это было как раз уместно вот это сказать, дорогие, потому что как Христос воскрес, если у меня нет любви к Нему? Какой воскрес, если у меня нет тяги к Нему? Я заставляю себя читать Библию, я заставляю себя идти к Нему в присутствие, молиться, не дай Господь. Поэтому давайте сейчас, вот в этот прекрасный праздник, Пасха, идеальный день. Сейчас все поедут с детками, с мужьями, с женами отдыхать. Благослови вас Бог. Но, дорогие, пожалуйста, сейчас давайте закроем глаза и искренне в сердце, понимая вот этот момент сейчас, реально понимая его, не просто выхваченные из, из, из слова из откуда-то, настоящего понимая, просто скажи, ему отец: пусть твоя любовь захватит меня. Любимый Бог я хочу быть поглощен Твоей любовью. Просто попроси Его. Попроси Его. Попроси Его. Дорогие мои, если вы знали, люди, которые влюбились, они не сражаются с грехом. Они просто не хотят, потому что любовь, это, это тяга намного сильнее, чем грех, намного сильнее, чем искушение. Просто попроси, попроси скажи им, Отец, я хочу быть поглощен любовью настолько сильно, что никакой грех не способен будет увлечь меня, потому что любовь Бога – это элемент намного сильнее, чем любой грех и тяга к греху. И поэтому весь грех был побежден любовью. И только дети, рожденные свыше дети, способны понять, что не нужно исполнять закон, нужно влюбиться до конца. Нужно полюбить без ума. Нужно абсолютно отдать все ему, и поэтому влюбившиеся в него есть его невеста, есть его церковь. Они исполнили весь закон. Мне не нужно для него ничего делать. Я делаю потому, что люблю я хочу это делать потому что он хочет я благодарю тебя бог зарази нас своей любовью захвати нас своей любовью покрой нас своей любовью и я твой и я полностью твой пусть твоя любовь влечет меня и возрастает во мне возрастает во мне, возрастает во мне больше и больше и больше. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Поставь ему славу.